Всем привет! С вами Time Games, и сегодня самое главное дерби страны. Спартак против ЦСКА. Это у нас в рамках пятого тура чемпионата России. Эти команды встретятся в Москве, конечно же, на стадионе «Открытие Арена». Стадионе Спартака, на новеньком стадионе. Ну что же, дорогие друзья, сегодня матч пройдет очень поздно, 9:30 по московскому времени. У меня так вообще это будет полночь практически. Так что я буду смотреть этот матч уже за полночь. Вот так вот решили наш РФС, РФПЛ все это решило. ЦСКА попросил сместить матч на пятницу. И вот получилось, что чтобы все успели после работы, видимо, решили сделать матч полдесятого вечера. Даже по Москве. Чтобы смогли прийти все. Вот так вот. Что по поводу очков. У ЦСКА 12 очков после 4 туров. Ни одного поражения. У Спартака 10 очков. Тоже поражений нет, но они сыграли одну ничью. И поэтому у них 10. То есть сегодня определится, так сказать, кто будет бороться. Ну, в принципе, и Спартак, и ЦСКА, конечно же, будет бороться за чемпионство. Но если выиграет Спартак, то он опередит ЦСКА. А если выиграет ЦСКА, то, конечно же, он немножко ускачет Спартака на 5 очков. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Тоски. Ромова. Так, Спартак владеет мячом. Макеев. Промес! Навешивает! Ах, выбивает Фернандес с головой и штрафной. И мяч подхватывает ЦСКА. Муса! Также, скорее всего, дорогие друзья, мы увидим на поле Сейду Думбия, который вновь вернулся в наш чемпионат, в наш ЦСКА. И, скорее всего, он будет играть, но будет, мне кажется, он играть не сразу. Выпустят его, наверное, скорее всего, во втором тайме, минус на 30-40. Примерно так. Ну, это мои предположения. Поехали дальше. Макеев. Промес. Так, Промес. Ох, как отлично прошел. Сейчас навешивать будет. Если дадут. Это фол был. Загор нарушал правила. Муса. Вот так тебе, Муса. Все ж лучше будет так. Так, Вернблом. Вернблум тащит мяч вперед, в центр отдает его. На Мусу, Мусу простреливает на Еременко. Но тот забрался в офсайд совсем немного. Смотрите, смотрите, совершенно немножко в офсайд забрался. А все было на тоненького, если бы Еременко оказался чуть дальше от ворот. И там бы был выход один на один. Так, Давыдов потерял мяч. Надхо. Загоев. Пас на Мусу. Муса тащит мяч по правому флангу. Так, отдает его назад на Фернандеса. Так, Жано отбирает у Фернандеса мяч и сам устремляется по левому флангу. Так, отдает на Мовсисяна. Мовсисян входит в штрафную.
Алексей Березовский, мяч у него отбирает. Хотя Мовсисян уже готовился бить. Тошич. Пас на Мусу. Муса тут уже пытается войти в штрафную. Нет, отдает назад на Тошича. А Тошич на Мусу. И это пенальти. Пенальти в ворота московского Спартака. Двадцать вторая минута стала несчастливой для хозяев поля, хозяев стадиона. Надхо готовится пробивать. Блин, по центру пробил. Ну что ты будешь делать? Классно, конечно, пробил. Высоко, почти под перекладину. И вот так вот на 24-й минуте ЦСКА выходит вперед. 1-0 Спартак проигрывает. Уже на 24-й минуте. Благодаря пенальти, реализованному Биборсом Надхо. Мовсисян! Бернбаум перехватывает мяч. Так, у нас Ромула тоже в порядке. Промес! Дзагоев отлично сыграл во дворе. Бернбаум. Дзагоев на левом фланге. Так, пытается тут что-то придумать. Вот что он придумал. Навесно на Бабкина. На Бабкин. Вперед на Бернблума. И Душаков отлично отобрал мяч. Так, Давыдов. Так, тут совсем один. Давыдов. Промес! Ромоло. Мяч уже у армейцев. На Бабкин. Дзагоев. Еременко в центре. Пас на Надхо. Хорошо они взаимодействуют. Так. Хорошо Бызгало. Хорошо. Пока не за что ругать. Отлично действуешь в обороне. Так, а вот сейчас плохо! Тошич пробивал! А мы знаем, что он забивать такие мячи умеет. С левой ноги в дальний угол. Промес. Так, Промес устремляется вперед. Он это умеет делать. Навес. И прямо в руки Акинфееву. Акинфеев вдаль. И прямо на игрока Спартака. Мяч у Давыдова. Ромова. Мовсисян. Давыдов. Отдал не тому. Сопернику отдал. Так, промес из-за боковой. Так, ну кто, кому? Ага, вот. Акеев. Давыдов! Пихнули его. Брызгалов отдает налево Камбару. Камбара вперед на Жано. Так, Жано ошибается с передачей. Пасом. И мячом уже владеет Фернандес. Бежит по правому флангу, отдает мяч Ирина и Еременко. Роман пяткой обратно Фернандесу. На забегающего там кого-то из армейцев. К счастью, в руки Рыброва мяч уводил. Еременко. Осадила ЦСКА.
штрафную. Спартаковцев. Навес идет. Ребров. Мавсисян. Точно вбросил Ребров. Эх, Березоцкий тоже не промах. Мерблум. Отдает на Дзагоева. Дзагоев сейчас будет что-нибудь придумывать. Ничего не будет придумывать. Потому что звучит финальный свисток первого тайма. Встретимся во втором тайме, дорогие друзья.